Привет, дорогие друзья. 2 сентября, Подмосковье. Между пластиковыми вешками посадки прошлого года. Ну, за исключением того, что между вот этими двумя пластиковыми вешками. Я здесь сажал кости, которые зиму пролежали. Кости, которым больше года. И по сути взошел только один нектарин. Костей было посажено очень много, сажал плотно. Помню, что изначально видел абрикос. Но на абрикос это не очень похоже. Возможно, абрикосово-сливовый гибрид, а возможно и береза. Или две березы. Еще у меня тут кое-что растет. По записям здесь была посажена хурма. Но это больше похоже на сорняк или что-то вроде того. Да и растет в небо разды. Посадки этого года до вот этой палочки и между двумя пластиковыми вешками. Ближний ряд ко мне — алыча кубанская комета. Второй ряд от меня — абрикос жердель мелитопольская. Тому, кто прислал, еще раз спасибо. Если человек отзовется, уточню регион происхождения. Третий ряд от меня, который разделен пополам. Справа белый нектарин. Слева посажена кубанская комета. Четвертый ряд от меня не замечен. И между двумя пластиковыми вешками абрикос. В общем, прошлогодние кости не всходят. А вообще картина должна быть вот такая. Да и здесь не такая уж плотная посадка, как было там, где не взошли кости прошлого года. Ну, вернее, одна-то тут взошла. Не знаю, может, на следующий год зайдут. Может, они были сильно пересушены. Ну, например, еще одна взойдет.